хранящиеся, ну, в общем, в рамках этого проекта, они подразделяются на три вида. Это документы, ну, документы, издания, доступные абсолютно всем. То есть это они уже имеют статус общественного достояния. К ним можно получить доступ из дома. То есть достаточно зайти на сайт НЭП.РФ. Второй вид – это документы, ну, издания, которым можно получить доступ из библиотек партнеров НЭП. То есть те, которые подключились к этой системе. И третий вид – это также документы, защищенные авторским правом, но к ним можно получить доступ только к тем библиотекам, где они есть физически.